Ребята, всем привет! И мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Анжела, привет! Вставай, солнышко! Спит? Ну ничего, давайте-ка отведем ее в ванну. И уже немножко ей покупаем, а то она что-то у нас очень запачкалась. Ох, какая ты у нас грязненькая, Анжелочка. Давайте-ка мы тебя покупаем. Вот так здорово, ребята. Купаем, купаем, купаем. Отлично. Здорово. Намылили хорошенько. А теперь смоем вот это все. Да, здорово, отлично. Ох, какая чистенькая и блестящая у нас Анжелочка получилась. Да, здорово. Хорошо. А теперь можно пойти почистить зубки. Обязательно, Анжелочка, нужно почистить зубки, чтобы не было кариеса, чтобы дыхание у тебя всегда было чистое и свежее. Вот так. Замечательно. А теперь можно и покушать. Пойдем покушать? Ну, пошли покушаем. Вот так здорово. Так, что будем есть рыбку? Ням-ням. Коты очень любят рыбку, поэтому начнем с вот этой рыбки. Жареный карпик такой. Вкусно. А икру будешь? Ой, коты очень любят морепродукты. Так, что там еще вкусненького? Так, уже наелась морепродуктов. А теперь вот, здорово. Можно пиццы кусочек. Ну, в принципе, уже мы хорошо поели. Лучше запьем. Вот. Да, здорово. Итак, 100% накормили нашу Анжелочку. Ой, а что это? Так, ты ванну захотела. Ой-ой-ой-ой-ой. Съела рыбки, и сразу надо почистить зубки, чтобы там не оставались плохие вот такие кусочки, и не гнили, и не портили зубки нашей Анжелочки. А так мы почистим, снимем налет, и дыхание у нашей Анжелочки будем свеженькими, чистенькими. И зубки вот такие беленькие, блестящие. Очень здорово. Молодец, Анжелочка. А теперь давайте-ка, друзья, пойдем ее и переоденем. Что-то изменим у нашей Анжелочки. Давайте ее полностью разденем. Вот так. Снимем сари. Снимем весеннюю прическу. Вот так. А теперь, Анжелочка, давай-ка еще и займемся твоим макияжем. Вот такая вот у нас замечательная Анжелочка-девочка. Так, 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 так. Давай-ка что-то изменим. Так, вот, возьмем вот этот, и вот так. Вот смотрите, как замечательно получается. Ох, как красиво. Здорово. А теперь наведем тени. Давайте вот так, да, здорово. Отлично. Очень хорошо. Ой, как красиво получается. Так, а еще подведем тебе вот так, вот так, вот так. Сейчас что-то придумаем. Вот, а ну давайте вот этим. Давайте-ка мы реснички ей вот так и вот этим синеньким подкрасим. А ну-ка посмотрим, как получается. Ой, неплохо, неплохо. Хотя, возможно, может и другой цвет. Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, каким лучше цветом реснички нашей Анжелочки подкрасим. Возможно, вот такой будет лучше. А ну-ка посмотрим-ка. Ох, как прикольно получается. Ну, какие-то красноватые, как-то не очень. А ну-ка коричневые попробуем. Вот так, вот. Ну, так вроде бы как бы лучше. Но красненький был прикольнее. Хотя, а ну-ка, друзья, давайте-ка попробуем вот эти зеленоватые. Вот. Так, как-то интересно получается. Интересно, но как-то жутковато. Нет, что-то зеленоватый не очень. Вот это голубоватые какие-то. Вот. Вот. Да и тоже что-то не очень, друзья. Так, напишите в комментариях, какими лучше реснички подкрашивать. А я все-таки, наверное, вернусь к вот этим коричневым. Хотя нет, красный, вот. Прикольненько, очень красноватый, вот так, да-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 да, здорово. Хорошо, вот так, прикольно. И теперь еще губки подкрасим вот этой красненькой, да. Вот, ой, какая красивенькая. А ну-ка посмотрим. Да, неплохо, неплохо. Еще поменяем цвет глазок. Итак, у нас есть голубые глаза. Вернее, вот красные,
Голубые, зеленые, коричневые, желтые, розовые. Глаза куклы, глаза ангела, глаза аниме и глаза кошки удачи. Красные. Давайте оставим розовые. Вот так замечательно. И сейчас шубка. Итак, черно-белая шубка, рыженькая, серая шубка, черная шубка, белая шубка и розовая. Так, давайте оставим розовую шубку. Вот так замечательно. Ой, а что-то не сохранило. Ой, что-то не то нажало. Розовые глаза, отлично. Белая шубка, отлично. Хорошо. Так, платье. Новогоднее платье нет. Клубничное нет. Розовый наряд нет. Марсианская униформа. Наряд для бега за золотом. Летнее сияние. Спортивный костюм. Ленивые выходные. Кстати, разных цветов у нас есть. Вот так. Так, нет, тоже не будем. Мы платье. А теперь стиль хип-хоп, платье в горошек, китайское платье, скейтбордистка, рокерша. Кстати, мы можем купить рокершу. У нас уже денежек достаточно. Наверное, сейчас так и сделаем. Бизнес-леди. О, кстати, бизнес-леди, смотрите, ребята, костюм можно менять. А ну-ка. А нет, это рубашечка в костюме меняется. Вот такая вот забавная. Вот. Довольно-таки неплохо. Так, индийское сари, вечернее платье разных цветов, возможно. Так, мини-платье с розами. Свободный наряд еще недостаточно уровень. Черное вечернее платье тоже маловатый уровень. Дальше у нас закрыто. Ага. Уличный стиль возможно менять. Кстати, неплохо. Вот так. Вот так, нет, красный прикольнее. Вот так, здорово. Костюм для фитнеса очень прикольный. Причудливый наряд. Так, дальше у нас все закрыто. Закрыто это то есть за карточки. А что у нас и с костюмчиками? Индианка, новогодний, пижама-боди, балерина. Так, школьная форма. Так, ниндзя. Пижама-зайка. Так, Клеопатра и королева-невеста. Так, фея у нас еще заблокирована. Валькирия открыта. Принцесса закрыта. Поп-звезда тоже у нас закрыта. Красная шапочка закрыта. Фермер закрыта. И фея тоже закрыта. К сожалению, и прима-балерина закрыта. Но ничего, друзья. Если пока закрыто, мы можем пока надеть что-нибудь другое. Вот так. А ну давайте-ка попробуем вот надеть королеву. Вот так. Здорово. А сейчас попробуем просто ей подобрать вот такую вот прикольную прическу какую-то. Вот. Вот, смотрите, как здорово светленькие волосы идут нашей Анжелочке. Но ничего, сейчас мы попробуем. А вот эту как? Вот так, неплохо тоже. А еще, возможно, мы попробуем вот диадема. Смотрите, как желтая диадема здорово идет. Фиолетовая, красная, желтая. Довольно-таки неплохо идет. Неплохо очень идет к этому платью. И давайте, наверное, друзья, вот так оставим. Давайте посмотрим. Да, здорово, ребята. Посмотрите, как отлично смотрится. А ну-ка, в кухне здорово. Так, и в кухне очень здорово. И в спальне. Да, очень-очень здорово. И в ванной комнате сейчас посмотрим. Да, очень-очень здорово. Так, Анжелочка, хорошо. Ну а теперь давайте-ка мы с нашей Анжелочкой поиграем. А во что, Анжелочка, будем играть? А давайте-ка мы с нашей Анжелой поиграем интересную игру.
Разбей кирпичика, попробуем по сегодня побить рекорд. Итак, друзья, начнем. Аккуратненько. Вот так, очень хорошо. Замечательно. Продолжаем, продолжаем. Вот, здорово. Взяли пистолеты, вот так, вот так. Да. Еще так, замечательно. Хорошо, отлично. И еще. Блин, как я так пропустил, до сих пор не понял. Ничего, продолжаем. Итак, пятый уровень. Хорошо, разбиваем, разбиваем кирпичики, отлично, еще вот так, да, здорово, так, шестой раунд, отлично, еще вот так, очень хорошо, разбиваем, отлично, отлично, и вот так, замечательно, хорошо, и еще вот, да, ой-ой-ой, вот, замечательно, хорошо, и вот так, вот, здорово. Отлично. И еще вот так. Замечательно. Разбиваем, разбиваем, разбиваем. Хорошо. Отлично. И вот так. Да. Отлично. И еще вот так. Замечательно. Да. Вот. Супер. Так, следующий уровень. Вот так здорово. Десятый раунд. Хорошо. Вот, здорово. Ой, как я так пропустил, до сих пор не понял. Ничего, разбиваем. Продолжаем, друзья. Замечательно, отлично. Хорошо, еще вот так, да. Вот так, здорово. Отлично, разбиваем. Ой. Как-то вот так. А ну-ка, давайте продолжим за два кристаллика. Продолжим, продолжим. Хорошо. Вот. Ой. Ну, как-то не получилось. Что-то сегодня не пошло, друзья. Ну, следующий уровень. Хорошо. Еще вот так как-то. Вот. Замечательно. Отлично. Отлично. Ну, что это такое, друзья? Ну, что-то не пошло сегодня. Итак, 40 золотых заработано, даже очень неплохо, хотелось бы больше, но сколько получилось. Ну а сейчас давайте-ка попробуем построить башню до небес из чемоданчиков. Может, сегодня получится тоже побить рекорд. Итак, хорошо, здорово, отлично. Итак, продолжаю, друзья. И сейчас вот так, очень хорошо. Да, здорово. Продолжаем строить пирамидку. Так, ветер поднялся. Ничего. Мы не очень переживаем насчет ветра. Так, следующий чемоданчик. Хорошо. Вот так, здорово. Чемоданов есть 15, хорошо. Следующий чемоданчик, отлично. Так, обязательно поправку на ветер. И еще вот так, да, здорово. Хорошо, здорово. И вот так, замечательно. Итак, друзья, 20 чемоданов уже есть. И мы продолжаем. Хорошо, ой, целых 20 попугая. Отлично. Вот так, здорово, друзья. Отлично. Вот, здорово. Получилось. Отлично. 25 чемоданчиков уже есть. Опять же, поправку на ветер нужно делать. Хорошо. Вот так, здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Не сделал поправку на ветер, и это было очень опасно, друзья. Так, 30 чемоданов. Уже здорово. 31, хорошо. Ой-ой-ой-ой. Надо выправлять срочно. Вот так.
Отлично, вот так. Хорошо. Отлично. Вот так. Да, здорово, отлично. Так, 36 чемоданчиков есть. Обязательно поправку на вечер. Хорошо. Так, тут еще поправку на вечер. Замечательно. Отлично. 39 чемоданов и 40. Здорово, друзья. Хороший результат. Так, 41 чемодан. Ай, ай, наша башня заваливается. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая... Как все здорово и шло, но почему-то наша башня завалилась. Но ничего, и так неплохой результат. 31 золотой. А теперь попробуем подзаработать еще больше денежек для нашей Анжелы в игре соединения. Вот так. Так, здорово, друзья, соединяем. Отлично, розовый, зеленый и голубой. Отлично, розовый, голубой, зеленый и синий. Здорово. И сейчас попробуем-ка мы, друзья, вот такую вот замечательную комбинацию. Отлично, и еще вот так. Очень хорошо. И еще попробуем-ка мы, друзья, вот так все поделать. Отлично. Так, и еще что мы можем придумать? Попробуем-ка вот такую вот замечательную комбинацию. И у нас, друзья, все получилось. Хорошо. Итак, зеленые, синие, голубая и зеленая. Здорово. Зеленые, красные, розовые, голубая и желтая. Отлично. Так, голубая, желтая, бирюзовая и салатовая. Отлично. Красная, желтая, голубая, фиолетовая. Отлично. Розовые, зеленые, голубая и бирюзовые. Отлично. Желтая, голубая, синяя и зеленая. Вернее, салатовые. Отлично, друзья. Продолжаем. Зеленые, фиолетовые. Отлично, здорово. Красная, фиолетовая. Вот так, зеленые и салатовые. Отлично. Здорово. Продолжаем, друзья. Вот так. Да-да-да, все здорово получилось. Отлично. Итак, попробуем-ка мы вот такое соединение. И у нас, да, здорово все получилось. Итак, розовые, синие и фиолетовые. Здорово. Итак, 50 золотых уже заработано. И мы продолжаем, друзья. Да, здорово. Все получилось. Итак, следующая комбинация. Подумаем-ка мы вот так. Да, 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 друзья, все здорово получилось. Итак, зеленая, красная, желтая, фиолетовая, голубая и салатовая. Здорово. Зеленая, салатовая, красная и фиолетовая. Здорово, друзья. Продолжаем. Желтая, розовая, голубая, синяя, красная и зеленая. Отлично. Красная, салатовая, фиолетовая, желтая, синяя и голубой. Отлично. Вот так. Салатовые, красные, фиолетовые, синие, зеленые и желтые. Отлично. Голубое, розовое, зеленое. Нет, что-то, друзья, не так. Вот, зеленые, розовые, красные. Вот так. Синие и голубые. Отлично. Итак, что здесь мы можем придумать? А придумаем-ка мы вот такую вот комбинацию. Да, здорово, друзья, все получилось. Отлично. Так, а вот здесь попробуем-ка мы, друзья, вот такую вот комбинацию. И у нас все здорово получилось. Отлично. Итак, следующая комбинация. Попробуем-ка мы вот так. Да-да-да-да, друзья, все здорово получилось. Отлично. Фиолетовая, голубая, бирюзовая, салатовая, зеленая и синяя. Отлично. Голубая, синяя, розовая, зеленая, фиолетовая и бирюзовая. Отлично. Зеленая, розовая, голубая, синяя, красная и салатовая. Отлично. Так, что здесь мы можем придумать? Вот, фиолетовая, розовая, зеленая, салатовая, красная и синяя. Отлично. Желтая, зеленая, фиолетовая, голубая, бирюзовая и розовая. Здорово.
все у нас получилось, друзья. Так что теперь мы можем сделать. А ну-ка, друзья, попробуем-ка мы. Ой-ой-ой-ой. Ага, вот, друзья, как мы можем сделать вот здесь все. Отлично, еще вот так. Здорово. Желтый, голубой, синий, салатовый и фиолетовый. Здорово, все получилось. И вот очень большой скорости все проделать. Здорово. Итак, фиолетовые, красные, желтые, салатовые и бирюзовые. Отлично. Красный, розовый, синий. Вот так, здорово. Фиолетовый, салатовый и бирюзовый. Отлично. Салатовый, желтый, зеленый, розовый, бирюзовый, синий, фиолетовый. Здорово. Все у нас, друзья, получилось. Итак, продолжаем соединение. Причем соединение все становится все сложнее и сложнее, но мы справляемся. Здорово. Отлично, друзья. Следующее соединение. Попробуем-ка мы вот такую вот комбинацию. И у нас все здорово получилось. Отлично. Синее, желтое. Нет. Вот салатовый, красный. Нет, вот, желтый, бирюзовый и зеленый. Отлично. Так, салатовый, желтый, красный, вот так как-то. Вот, фиолетовый, розовый и бирюзовый. Отлично. Фиолетовый, синий. Вот неприятность, друзья. Что-то не так. Что-то, друзья, не так, что-то не так. Вот как-то надо. Вот. Да, вот как надо сделать. Отлично. Здорово получилось. Итак. Красный попробуем-ка вот так. Голубой. Вот так, розовый, фиолетовый. И зеленый, и голубой. Отлично, здорово. Итак, голубой, желтый, салатовый, бирюзовый, фиолетовый и зеленый. Да, отлично. Здорово, все получилось. Розовый. Нет, что-то, друзья, не так. Что-то не так. Хотя, возможно и получится. Вот так. Нет, что-то явно не так. Нет, вот так попробуем-ка мы. К сожалению, друзья, закончились ходы. Что-то в этой ситуации ошибся. Я не сообразил, как сделать соединение. К сожалению. Но очень неплохой результат. А сейчас давайте-ка мы с нашей Анжелочкой полопаем шариками. Кошечки очень этого любят. Взрывать своими коготками шарики и будем лопать. Итак, ищем комбинацию больше 6 шариков. Вот, нашли вот такую комбинацию. Отлично. И получилась бомба. Отлично. И следующая комбинация. Очень хорошо. Еще одна бомба. Так, и вот еще. Вот. Что-то не получается. Вот, да. Здорово. И еще одна бомба. Отлично. Так. Что здесь мы можем придумать? Ну, пока что-то ничего не придумывается. Ну, ничего. Давайте-ка пока вот эти три уберем. Отлично. Вот. Получилась комбинация из синих. Здорово. И еще одна бомба. А теперь уберем немножко желтых. Отлично. И еще мы можем придумать. Что мы можем придумать? Вот эти голубые уберем. Отлично. И вот эти зеленые. Вот так. Очень хорошо. И фиолетовые. Очень даже неплохо. Так, вот красная цепочка. Отлично. Вот, смотрите, друзья, с желтых отлично. Больше 6 шариков. Здорово. И получилась цепочка фиолетовая. Здорово. А сейчас, что мы можем придумать? Ну, пока желтую убираем. Вот так. Здорово. Красную. Замечательно. Еще желтую. Отлично. Так, что еще мы можем придумать? Ну, пока давайте вот эти три зеленых уберем.
И голубы вот этих 5 штучек. Здорово. Вот, получается комбинация у нас 6 шариков. Отлично. Еще одна бомба. И голубая. Отлично. И теперь вот так. Да, здорово. Замечательно. Так, что еще мы можем придумать? Что еще можем придумать? Ну, пока вот эти 3 лопнем. Отлично. Отлично, отлично. И еще вот так. Здорово. И еще вот такую вот комбинацию. Отлично. Что-то комбинации не соображу. Ну, пока давайте вот бомбу сольем. Вот так, здорово. Итак, голубую комбинацию. И еще, что мы можем придумать. Ну, пока зеленую уберу. Хорошо. Вот так, здорово. Так, красный убрали. Отлично. И желтый. Отличнейшая комбинация. Вот так. Очень хорошо. Так, и еще, что мы можем придумать. Ну, пока желтую взорвем. Отлично. Фиолетовый вот так. Здорово. Красная комбинация. Очень хорошо. Зеленая. Вот так. Так, придется взрывать скорости, ребята. А ну-ка попробуем вот так. Может что-то изменится. А ну-ка. Да, да, да. Получилось. Получилось. Здорово. Так, красные шарики. Очень хорошо. И сейчас подумаем, подумаем, вот зеленый подбираем, вот так, да. Так, фиолетовые шарики, вот, замечательно. Еще что мы можем придумать? Так, зеленые, вот так, замечательно. Фиолетовые, замечательно, здорово. И еще вот так, 3 зеленых, 4 красных. Желтый. Замечательно. Так, так, так. Что же делать, друзья? Ну, пока давайте взорвем красный. Замечательно. К сожалению, нет фиолетовых. А ну-ка, берем зеленый. А ну-ка, ну-ка. Да, да, здорово. Получилось, друзья. Вот, замечательно. И еще, 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 еще. Ну-ка, взорвем. Да, замечательно, получилось. Еще вот так. Очень здорово. Так, 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 так. Попробуем-ка мы убрать вот этот голубой. Замечательно. И еще, еще, еще вот этот фиолетовый. Вот так. Очень хорошо. Так, красную цепочку попробуем. Вот так, замечательно. И еще вот такую вот замечательную цепочку. И еще вот так. Очень хорошо. Так, так, так. Что же здесь мы можем придумать? Вот так. Так, так. Нам придется взрывать, ребята. Что-то ничего не изменило. Еще вот так. Да, здорово. Это замечательная цепочка. Отлично. И еще, 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 что мы можем придумать? Ну-ка, вот так. Да, замечательно. Итак, следующая цепочка. Попробуем-ка вот так разобраться. Отлично. И еще вот так вот. Очень хорошо. Так, следующая цепочка замечательная. Вот такая. Очень здорово. И еще, еще, еще. Фиолетовый убираем. Замечательно. А теперь красная цепочка. Вот так. Так, еще фиолетовая. Здорово. Желтая цепочка. Отлично. Голубая. Хорошо. Так, 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 так. Что еще? Еще голубая. Отлично. Еще вот так, да. Здорово. Красная цепочка, отлично. Желтая вот так. Ну, что вам
сказать, друзья. Ну, пока давайте, что ли, взрывать. Может, что-то изменится. Но не сменилось еще вот так. А вот так. Да, здорово, но результат не очень хорошо. Ну, в принципе, неплохой. Так, вот, здорово, друзья. Итак, мы взяли супербомбу. Теперь уже можно будет полностью обнулить экран. Да, вот так, очень хорошо. А еще вот так мы попробуем. Отлично. Вот, замечательно. Очень хорошо. И еще вот так. Супер. Так, что здесь мы можем предпринять? А ну-ка вот так. Вот, супер. Так, попробуем-ка мы вот так вот попробуем. Да-да-да-да-да-да-да-да. Здорово. Получилось. И дальше вот так. Замечательно. Так, следующая цепочка. Следующая цепочка у нас будет вот такая вот. Очень замечательно. Итак, итак. Вот, попробуем-ка мы. Отлично. А сейчас вот так. Здорово. И еще вот так. Отлично. Теперь вот так. Очень здорово, замечательно. Так, желтая цепочка. Очень хорошо. И еще что мы можем придумать? А ну-ка попробуем-ка мы вот такую вот комбинацию. И еще супер. Такая цепочка замечательная. Отлично. Хорошо. Здорово. Так, фиолетовая. Вот так, замечательно. Так, и вот так. Очень здорово, друзья. И следующая цепочка. Отлично. Так, а вот сейчас посмотрите, друзья, какая прикольная цепочка. Очень хорошо. А теперь вот так. Да. Здорово. Голубая цепочка. Отлично. Фиолетовая. И желтая. Вот так вот. Замечательно. И еще желтая цепочка, вот так, фиолетовая, здорово, так, раз, зеленая, вот так, замечательно, красная, очень здорово, так, желтая, желтая, желтая цепочка, что же мы можем придумать, а ну-ка, вот так. Слабый результат. Вот, попробуем-ка мы вот проделать. Здорово, друзья, это что-то. Смотрите, какая прикольная, классная цепочка. Очень здорово. И еще вот так, да. Очень здорово, хорошо. Итак, следующая цепочка из 7 шаров. У нас будет вот такая, замечательно. И еще голубые шары. Как-то вот так. Ага. Неплохо. Так, разобрались с красным, фиолетовый. Отлично. Так, 9 уровень. Зеленая цепочка. Отлично. И еще, 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 еще. Вот такая желтая. Ну, давайте вот пока вот синюю взорвем. Отлично. Фиолетовая. Вот так. Желтая. Здорово. И еще, еще, что мы можем придумать. Пока вот так. Замечательно. Еще вот такую вот комбинацию. Отлично. Вот. Желтую взорвали. Так, фиолетовое, что мы можем сделать? Вот. Есть комбинации из фиолетовых. Очень хорошо. Так, зеленый. Отлично. А вот смотрите, какая замечательная комбинация. Ай, почему не хватает? Желтая комбинация. Отлично. Голубая. Здорово. Красная вот так. Да, интересно. Синяя.
Хорошо. Фиолетовая. Так, а ну-ка. Да, здорово, получилось. А ну-ка, друзья, попробуем-ка вот такую вот комбинацию. Вот, очень здорово. Итак, а сейчас попробуем вот такую вот красную комбинацию. Голубая, зеленые верхушки. А сейчас будет голубая. Вот так, хорошо. А сейчас посмотрите, какая вот здорово красная комбинация. Отлично. Очень здорово. И еще вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну-ка взрываем синие шары. Здорово все получилось. Отлично. Что теперь мы можем взорвать? А ну-ка вот желтенькие цепочка. Красная вот так. Вот. Отлично. Фиолетовая здорово цепочка. Очень хорошо. И зеленая вот так. Так, ну, теперь будем взрывать красную. Отлично. Зеленая цепочка. Вот так, очень хорошо. Голубая. Замечательно. А вот теперь взорвем и фиолетовую. Вот так. Да, здорово. И голубая цепочка. И еще вот так. Хорошо. Так, что здесь мы можем придумать? А ну-ка, 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 друзья, давайте-ка мы попробуем вот такую вот цепочку. Хорошо. Эффекта нету, поэтому придется сейчас взрывать. Нет, получилось, получилось, друзья. Вот так. Да, здорово. Так, желтая цепочка. Хорошо. Голубая вот так. Да, здорово. Так, зеленая, 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 желтая пока. Вот так. Голубая убираем. Ничего, зеленая. Отлично. Здорово получилось. Так, зеленая цепочка. Очень хорошо. Так, что еще мы можем придумать? Красная цепочка, вот так. И еще, 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 еще. Пока вот так взорвем. Отлично. И еще вот так, замечательно. Хорошо, фиолетовая цепочка. Очень здорово. И зеленая, вот так. Да, отлично. И мы продолжаем. Так. Красная цепочка, зеленая, фиолетовая, голубая, вот так, отлично. И еще, 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 вот такая красная, отлично. А теперь попробуем взорвать. Так, здорово. Все у нас отлично получилось. Посмотрите, какая классная желтая цепочка. Очень хорошо. И фиолетовая, вот так. Красная цепочка. Здорово. Так, зеленая, зеленая, ну показываем. Вот так, да, это было что-то. Зеленая цепочка. Фиолетовая. Замечательно. И зеленая вот такая вот цепочка. Очень хорошо. И красная. Отлично. И сейчас фиолетовая вот так. Очень хорошо. Голубая. Так, красная вот так, здорово. Отлично. И еще вот так. Очень хорошо. Желтая. И зеленая вот так цепочка. Очень хорошо. Итак, убираем красное. Посмотрите, здорово, какая фиолетовая цепочка. Очень здорово. Итак, красной пока нет. Но что мы можем придумать? Пока попробуем вот такую вот цепочку. Хорошо. Так и так взорвем. Пока вот так. Здорово. И еще, еще, еще. Что мы можем придумать? Вот так. Отлично.
желтая цепочка. Очень здорово. Зеленая. Отлично. Голубая. Вот так. Так, что еще можем придумать? Голубая. Ой-ой-ой. Вот так. Желтая. Желтая. Вот такая цепочка. Красная. Да, здорово получилось. Отлично. Так, что здесь мы можем придумать? А ну-ка, взорвем вот такую цепочку. Отлично. И еще вот так. Как-то вот так. Так. Так, так, так. Ну, не будем дотягивать до последнего. Взорвем вот эту цепочку. Отлично. И еще как-то вот так вот. Так, замечательно, зеленая. Отлично. И еще фиолетовая. Вот так. Хорошо. Голубая. Отлично. Так, фиолетовый. Вот так. Так, красная цепочка. Хорошо, голубая. Ну, придется пока взрывать. Вот, получилось. Отлично, друзья. Так, желтая цепочка. Хорошо. Еще вот так. Отлично. И вот смотрите, какая замечательная цепочка. Отлично. Так, желтая цепочка. Пока вот так залью. Здорово. И красная цепочка. Очень хорошо. Так, 200 золотых мы заработали. Это уже, друзья, рекорд. Да, здорово. И сейчас вот так. Отлично. И еще вот так. Здорово, друзья. Очень хорошо. Так, фиолетовая цепочка. Отлично. Красная. Вот так. И голубая цепочка. Вот так. Так, желтая. Взрывная. Отлично. Еще зеленая. Вот так. Очень замечательно. Красная. Вот. Очень хорошо. И фиолетовая. Вот такая вот цепочка. Вот. Замечательно. Ну, теперь взрывается. Отлично. Так, что здесь мы можем предпринять? Мы попробуем как-то вот такую вот цепочку. Так. Итак, взрыв. Да, помогло. Отлично. Красная цепочка. Зеленая, отлично. Голубая, очень хорошо. И еще вот так, да, замечательно. Так, желтая цепочка. Зеленая, вот так. Так, голубая, голубой покажу. Вот, итак, активировали супербомбу и полностью обновили весь наш внешний вид. Итак, первая бомба есть. Так, что дальше мы можем придумать? Попробуем-ка мы вот такую вот комбинацию. Отлично. Так, желтая бомба. Убираем. Отлично. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, 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 да. Ну, нет, дальше не получилось. Так, фиолетовая бомба. Пока непонятно, что из этого получится. Желтый убираем. Отлично. Еще вот так. Очень хорошо. Так, вот фиолетовый убираем, отлично. И так вот, возможно, будет супербомба. Так, взрываем, не дало ничего, еще раз так, все. К сожалению, друзья, это уже проигрыш, но очень хороший результат. Итак, посмотрим результат. Здорово, друзья, новый рекорд, 236 золотых заработано, очень хорошо. Очень здорово. А теперь, друзья... Итак, наша Анжелочка устала. Но давайте, друзья, для нашей Анжелочки мы что-то обновим вот здесь, где у нас вот такая прихожая. Ну-ка, зайдем на террасу. И давайте мы обновим то ли столик, то ли
игровой вот такой вот этот компьютер, да. Или же улучшим, это стоит 450 золотых, или этот автомат, или улучшим что-то на кухне. А ну-ка, давайте посмотрим на кухне улучшение. Улучшить нашу кухню, это будет вот такая вот замечательная красная кухонька, и это будет 1200 золотых. А еще мы можем улучшить и нашу спальню. Так, улучшаем нашу спальню, кроватку до вот такой вот замечательной кроватки. И это будет стоить улучшение вот это тоже 1200 золотых. Так, с чего бы, друзья, пожалуйста, пишите, что лучше улучшать. Так, в ванной комнате, возможно, что-то улучшим. То ли кран, ага, смотрите, то ли ванную, то и то как бы неплохо. Да, давайте-ка улучшим вот этот ванной, вот этот умывальник пока, а потом и ванную. Итак, улучшаем за 600 золотых. Здорово. Друзья, время пошло. А пока уложим нашу Анжелочку спать. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.